Как было отмечено на заседании, общее количество зарегистрированных преступлений по направлениям деятельности уголовного розыска уменьшилось почти на 4%. Отмечается снижение числа убийств, фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений, грабежей и вымогательств. Наметилась устойчивая тенденция по уменьшению числа зарегистрированных хулиганств. Доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений составляет 93%. Правоохранители Брестского региона по этому показателю лучшие в стране. Однако терять бдительность не стоит. Есть еще немало сфер, которые требуют повышенного внимания. Я считаю, что более настойчивая, будем говорить так, если так можно выразиться, необходимо работать в плане профилактики пьяной преступности. Потому что она самая высокая, будем говорить так, со всех регионах, в сравнении с другими регионами республики. Если по республике это составляет практически там 24%, то в Брестской области удельный вес пьяной преступности составляет 30%. Обеспокоенность правоохранителей вызывает и количество зафиксированных тяжких телесных повреждений в сфере семейно-бытовых отношений. Без контроля не должны остаться жители сельской местности, особенно в период уборочной кампании. Работу на высоком уровне необходимо продолжать и в части предупреждения преступлений и правонарушений в отношении пожилых и престарелых граждан.